Его знают по фильмам «На безымянной высоте», «Хлеб пахнет порохом», «Тихие троечники» и многим другим. Творческий вечер режиссера Вячеслава Никифорова прошел в Минске. И хотя встреча посвящена 75-летию мастера, говорили о будущем. Художественный руководитель национальной киностудии «Беларусьфильм» уверен, не нужно гнаться за количеством. Лучше снять несколько добротных фильмов, которые будут интересны не только белорусам, но и далеко за пределами нашей страны. А ставку маэстро делает прежде всего на людей. И традиции, и профессии, и талант. У них есть единственный носитель – человек, кадры. В кадрах, в людях все дело. Людей талантливых в каждом народе полно. Но вот они не выявлены, недовоспитаны, не привлечены. А для этого нужна целая система и усилия общие государства и общественности, и ваши средства массовой информации, и просто всех, кто любит кино. Сейчас на киностудии «Беларусьфильм» маэстро Вячеслав Никифоров и его команда работают над семейной драмой с непростым сюжетом о детдомовцах. Рабочее название художественной ленты «Тум-Победум».